Сегодняшний дождь на время приостановил уборку. Лидским хлеборобам за день удалось убрать лишь 1% площадей. Валовой сбор сейчас немногим превышает 7 тысяч тонн. Среднерайонная урожайность составляет почти 33 центнера с гектара. Выше этой цифры она в 4 из 7 хозяйств региона. В них убирают с 1 гектара более 40 центнеров. А в сельхозорганизации Можейково урожайность сейчас превышает 47 центнеров с гектара.